Не, где-то года три я не смотрел ни одного фильма. Сейчас, там, во-первых, Ди Каприо в главных главных ролях. Не, он очень смешной, реально. Да, Согл. Еще там этот, как его? Кстати, в русской озвучке лучше, чем в английской. Не знаю. Вот Бурунов или кто там озвучивает Ди Каприо в российской озвучке, он прям очень круто это делает. Что насчет... Ну, короче, в Wolf я далеко. Сорок сто. Офигеть. 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 Хороший ран.